Привет! Меня зовут Инна Маликова. Я артистка и руководитель группы «Новые самоцветы». Давай не потом этот мир посклеим, Я, как никто, разбираюсь в музыке, так как выросла буквально на сцене. Мой старший брат Дмитрий Маликов сделал прекрасную сольную карьеру. Я же пошла по стопам своего отца и уже 13 лет успешно руковожу своим коллективом «Новые самоцветы». Наш коллектив делает все для того, чтобы старые песни сегодня звучали актуально. Мы постоянно гастролируем по всему миру. И благодаря своему жизненному опыту я точно знаю, что нужно, чтобы быть успешным артистом. Мы станем собой, от любви нежнее. Я очень люблю и с огромным уважением отношусь к людям, которые имеют шикарный голос. Но все-таки в первую очередь нужно владеть невероятным обаянием. На сцене проекта «Ну-ка, все вместе» я хочу видеть такого артиста, который буквально с первого выхода на сцену покорит мое сердце. Ребята, сегодня была самая классная репетиция у нас. Спасибо, я вас очень люблю. Ура! Всем привет, меня зовут Александр Ломия, я практикующий врач-хирург уже с 13-летним хирургическим стажем и каждый день оперирую и очень люблю свою работу. Но я не могу жить без музыки, я все время живу в творчестве. Ты знаешь, мне никак не понять. Меня называют поющим хирургом, и, наверное, это самое точное определение, потому что я пою свои песни так, как их пел бы хирург, сдержанно, интеллигентно и культурно. Для меня, как для автора-исполнителя, самой большой задачей является выявить человека, который поет искренне. Очень здорово, что появился проект, который позволяет простым людям из народа просто прийти и показать, что они могут красиво петь, могут петь с душой. Здравствуйте, меня зовут Григорий Гладков. Я пишу музыку для детей, я пишу музыку для спектаклей, мультфильмов. Однажды повезло. Я попал в Российскую книгу рекордов Гиннесса за издание самого большого количества пластинок, кассет, дисков для детей. Самое классное место на свете, конечно, это... Детский жанр особенный, в нем уместны все стили музыки. Здесь и джаз, и рок, и классика, и кантри. И поэтому я эксперт еще в разных стилях. И, вы знаете, мне легко оценивать и взрослых. Но я хочу заметить, что я добрый эксперт. Потому что сочинять детские песни и быть злым невозможно. Мечта! Мечта! Миссия нашего жюри – не пропустить настоящий талант, чтобы в нашем конкурсе родилась звезда, которой бы мы гордились всю нашу жизнь, которая была бы и после нас. Хлопаем.